Часто родители спрашивают, когда нужно удалять молочные зубы. Смотря какие показания, смотря в каком возрасте и из-за чего. Первый вариант – это когда зуб уже подвижный, и, например, он сам не может выпасть, ребенок боится его там расшатать и достать. Все-таки мы стараемся детей уговорить, чтобы они сами это все делали дома, но если все-таки ребенок боится, не может, ему уже некомфортно кушать, либо чистить зубки, тогда приходит к нам, и мы удаляем эти зубки. Это первый вариант. Второй вариант – это, конечно, когда уже есть осложнение, когда это уже зуб не подлежит лечению, либо до его смены осталось меньше года, и зуб уже приходится удалять. Это, конечно, самый плачевный вариант, когда зуб должен, например, еще стоять и стоять, а нам приходится его удалять по показаниям. Это обычно осложнение пульпита в виде периодонтита. Часто они приходят с отеками. Такие зубки приходится удалять раньше времени.